Всем привет! Сейчас что-то покажу. Потом прокомментирую. Никополь, сельхозтехникум. Вместо того, чтобы детям преподавать предметы, уроки, обучать их, как, что и почем, им заставляют делать, носить деревья и загружать машины, трактора. Это нормально, люди? Вы детей к чему будете учить? То, что надо по профессии, или как грузить ветки в машину? Очень интересно, очень. Это, так понимаю, новый вид работы такой, новая деятельность. Что-то новенькое, о таком, которое не об этом я еще не слышала. Мусор. Так что, чему научат будущих студентов, неизвестно. Нет, почему? Известно. Их обучат, как грузить ветки в машины. Как-то так. Я просто в шоке. Мне чтобы обучить чему-то. Там трактора стоят. Как-то так. Грустно и обидно, что дети пришли за знаниями, а в итоге получают, как загрузить машину деревьями. Никополь, сельхозтехникум. А на сегодня всем пока. До новых встреч.